Хотел рассказать о минусах Европлатформы Gazelle Next нового образца, 1,95 м внутри чистая. Это вот до вот этих перекладин идет. А минусы в чем? То, что, конечно, этот борт практически не защищен, этот по низу более-менее еще. Следующие минусы — это то, что вот видно, влагу набирает фонарь. А тут-то, если приглядеться, видно, как видно землю. То есть для чего вот эту прорезь оставили, неизвестно. Газель 20-го года, то есть третий месяц изготовления. Следующее, тут поперечин никаких нету. Вот сейчас дождик идет, и вот как это все выглядит. То есть вот набухание, то есть вода прям скапливается. Ну, можно вот так сделать и попытаться избавиться от нее. Вот, слышно, как ручьи набегают. Вот. По кривизне вот видим, как делали тут крепеж. Это не в одном месте, а насколько помню, нескольких. Ну вот то же самое, аналогично. То есть вон изготовление. Ну а дальше будем его укреплять, точнее как ОСБ-плиту крепить, чтоб конкретно и тент прослушил дольше. Ну и посмотрим, насколько хватит именно стандартного тента. Ну вот дальше видим, как баллон. Ну и вот то, что там вот аналогично. То есть затяжки на вот этих крепежах никакой абсолютно нету. Ну, будем надеяться, что не будет влага попадать именно в грузовой отсек. А ну, собственно говоря, сейчас пока вот это вот вспомнил, что вот еще водичка. Ну вот, что, по крайней мере, сейчас вспомнилось. А, еще, вот получается, вот эти стоечки я все выставил в один ряд, ну, то есть все вплотную. Тут еще деревяшечки, ну, такого вот размера, то есть будут бренчать с такими щелями. Тут вот в остальных местах вроде поменьше. Для чего вот эти стойки делали? Вопрос, конечно, с одной стороны, уменьшение ширины лучше бы чем-нибудь обшили немного. Вот тоже немного кривовато сделано. Всем спасибо за внимание. Обзор небольшой грузового отсека. Вот-вот. Таким вот способом все делаем. Все, в принципе, просто. То есть раз сварили бочину, крышу примерно по подобию как раз и сварили. Да, скорее всего, это одно и то же есть, только тут поперечные вот эти сделаны. Ну и боковая погрузка, она немного отличается. То есть профиль потолще и деревяшечки.